Итак, друзья, решила сделать регулярную рубрику «Обзор книг», и для того, чтобы придать серьезности этому всему мероприятию, одеваю аксессуар очки. Правда, так бликуют, но тем не менее. И хотела бы я начать с книги своей Асселя. Напомню вам, что я учила английский, читая книги либо журналы по дизайну интерьера и декорированию. Таким образом, я совмещала изучение языка с той темой, которая мне была. Много книг по дизайну, декорированию и искусству представлено в издательстве Артхаз. И я напомню, кстати, что есть промокод Саня на бюро. Вы можете воспользоваться им, получить 15% скидки. И начну я, пожалуй, с книги «Дизайн для реального свиту» автора Виктора Папаника. Я сегодня вспомнила, что читала эту книгу в 2012 году, когда училась на дизайнера. И здесь хочу вам сказать, что книга написана в 70-х годах, но актуальна и сейчас, даже несмотря на то, что цифровая эра и то, что произошло много изменений. Потому что суть в книге представлена функция дизайна, методы дизайна. И Виктор говорит о том, что дизайн не может быть просто ради красоты. Дизайн должен решать какую-то задачу. Он это показывает на своих примерах, на примерах своих учеников и на примерах промышленных образцов и предметного дизайна того периода. Очень интересная книга. Буду ее перечитывать на украинском и вам рекомендую. Кому она подойдет? Профессиональным дизайнерам-декораторам для работы, для повышения своего профессионального уровня и просто... Книга «Своя Асселя». Наверняка вы ее уже видели, многие блогеры о ней рассказывали. С 2019 года она печатается на украинском языке. Здесь показаны проекты Джоанны Гейнс, ее отношения, ее взгляд. Книга подходит больше для владельцев домов либо больших квартир, но мне очень понравилась структура и хочу вам показать. Во-первых, здесь представлены стили, во-вторых, разделение идет разного формата по комнатам. Это достаточно часто встречаемый прием, но здесь Джоанна показывает это на своих объектах. Тут суть по комнатам, что, на что обратить внимание, решаются проблемы. То есть по каждой комнате, на что обратить внимание главное и как решить проблемы, которые возникнут. Ну и очень интересно, если вы решаете делать самостоятельно дизайн, либо обращаться к специалистам, либо начинающим, есть вот такой формат дизайн макет. Кому читать обязательно? Декораторам, стилистам, потому что очень красивые фотографии, качественные, очень много декораторских приемов. Дизайнерам интерьера, которые занимаются разработкой проектов для больших загородных домов. И просто любителям, которые любят книги по декорированию и по дизайну, потому что очень качественная печать, хорошая бумага, ее можно даже использовать в качестве декора на столике или на своей полке. Но очень много яркой. Красивая книга, качественная иллюстрация и приятная качественная печать. Эта книга адресована любителям почему-то, но я считаю, что она должна быть настольной у каждого дизайнера, декоратора, стилиста, потому что здесь собраны базовые понятия по цвету энциклопедического характера, которые необходимо искать в разных источниках, про цвета, что такое, как мы его воспринимаем, теплые и холодные, нейтральные цвета, комплементарные, цветовой круг, все по цвету собрано в одном месте. И самое интересное, что рассказано простым языком, иллюстрировано, это не так, как словарь Итана, да, наш любимый обязательный учебник, по цветам, его краткая история, как он воспринимается, какие чувства вызывает и так далее. Ну и, соответственно, есть интересный момент, цветовая разведка, да, как понять, какие цвета. Думаю, будет полезно даже тем, кто знает базовую информацию, потому что очень красивые, качественные фотографии, иллюстрирующие тот или иной раздел. Поэтому эту книгу буду читать, наверное, по чуть-чуть в качестве отдыха и вдохновения. Ну и книга «Счастливый Дим». Сегодня я ее прочитала практически половины, отвлеклась от всех насущных своих забот и дел, потому что до этого я ее просматривала и, честно говоря, боялась. С одной стороны, боялась, с другой стороны, восхищалась, потому что в 2014 году, когда я вышла в мир дизайна интерьеров, как раз-таки это была ключевая идея — связать наше психологическое отношение, наши взаимоотношения, нашу самооценку с домом, потому что я занималась, изучала, да, нейролингвистическое программирование, я все искала пути
пути, как же это совместить, как это обосновать. Но тогда я не рискнула. И вот тут вот я читаю у Ребекки именно те мысли, именно те моменты, о которых я тогда думала, о которых я знала, но не могла их никак доказать, проиллюстрировать. А здесь все, что связано с вашим характером, книга скорее для любителей. Для профессионалов я рекомендую, для представителей других сфер, здесь можно понять и регулировать свои вопросы, которые вас волнуют в жизни, там финансы, здоровье, самочувствие, любовь, отношения с друзьями, саморазвитие, работа и так далее, да, с помощью изменений в своем доме. Для профессионалов, я думаю, эта книга будет нужна, потому что здесь указаны приемы и методы, как решать те или иные задачи в зависимости от потребностей и запросов клиента. Поэтому книга классная, качественно, красиво, хорошо иллюстрировано, тоже яркие приемы, и просто посмотреть, даже если вы не верите в эту психологию, философию и так далее, представлены очень красивые картинки, которые помогут насытить визуальный ряд, которая, казалось бы, не имеет отношения к дизайну и к интерьеру совсем, тем не менее здесь рассказаны 100 историй предпринимательниц из креативных индустрий, а так как мы дизайнеры, декораторы, и меня читают, возможно, представители других профессий, но тоже люди, которые, женщины, которые работают на себя, организовывают свой бизнес, то эта книга невероятно вдохновляет, мотивирует. Я ее купила еще в сентябре, прочитала залпом буквально за пару дней, теперь перечитываю, смакую какие-то определенные истории, рассказы, потому что представлены формат интервью, девушки поделились своими трудностями, с которыми они столкнулись, какие выводы они сделали, что их мотивировало и каких результатов они достигли. Очень интересно, мотивирующе, вдохновляет книга, особенно перед женским праздником 8 марта, но я думаю, что в любой другой день и дизайнерам, и декораторам, и стилистам, и просто женщинам, которые работают на себя. Здесь Smart House хотим разыграть одну книгу, но мы не смогли выбрать какую. Напишите, пожалуйста, в комментариях, и какая книга наберет больше всего голосов, мы ее разыграем в профиле. Условия напишу позже. Давайте до воскресенья пишите комментарии. Итак, напомню, что представила вашему вниманию книга «Женочек компания». Счастливый Дим, життя в кольорі, просто обязательно дизайнерам, декораторам, стилистам. Своя оселя для вдохновения, для понимания, для структуризации. И дизайн для реального світу. Это знаменитый Виктор Папанок на украинском языке. Буду тоже перечитывать понемногу. Я надеюсь, вам такой формат понравился. Возможно, это превратится в постоянную регулярную рубрику. Напоминаю, что есть промокод Саня на бюро, который дает скидку на 15%. И поспешите, сейчас на сайте Art House действуют большие скидки. Пишите, пожалуйста, какие книги по дизайну, декорированию вы читаете, что вас впечатлило, какие книги должны быть обязательно для профессионального роста. А я, в свою очередь, буду делиться своей коллекцией, новыми изданиями и новой информацией.